Вот я наконец-то на зимней рыбалке. Что-то пока не очень, не клюет. И людей что-то не особо тут много. И самое обидное, я ножи не поменял на буре. Это очень плохо. Как-то лед очень тяжело пилится. Ну, лед такой, я не знаю, сантиметров 10, наверное, 15 уже точно есть. Но трещит страшно. Такое ощущение, что под тобой волна такая проходит. Треска просто. Лед. И все, снега нет еще вообще у нас. Ну, мороз хороший, минус 10, минус 12. Для Воронежа. Это прям... серьезно. Снег бы еще выпал, был бы, конечно, покрасивее. А так... в общем, имеем, что имеем. Ну, буду ловить потихоньку. Может, что-то выловлю. В общем, первый улов есть. Кошка будет рада. Ну так, хотя бы клюнула. Это уже радость. Надо опарыша подсадить. Может, лучше будет. Покрупнее пойдет что-нибудь. Ну, совсем мелковато кушок. Совсем. Ну, ладно. Сейчас попробую опарыша подсадить. Что будет. В общем, набурил лунок. Но толку пока никакого. Не клюет. Сейчас еще будем пробовать. Сейчас вроде потеплело, может быть, окунек заклюет. Поймал окушка очень мелкого. И поймал вот такую еще рыбку. Малька судака. Сейчас мы его отпустим. Не надо такую рыбу брать. Плыви. Как он тут клюнул. Мелкий такой. Ну, в общем-то, это уже более-менее похоже на рыбу. Сейчас еще попробуем поймать. В общем, красиво тут. Хорошо. Но клюет плохо, конечно. Но отчасти я сам виноват в этом, потому что я не взял нормальных ножей, в общем, набор. Вернее, даже, как сказать, я забыл, что они у меня тупые. Поэтому я очень много времени тратил на это бурение, и вообще оно было крайне непродуктивным. Но ничего, все-таки я поймал 4 окушков. Конечно, это не улов. Но следующая рыбалка точно будет лучше, потому что я ножи поменяю, во-первых. Может быть, на другой водоем поеду. Хотя здесь есть окунь. Но почему-то вот возле берега он вообще не клевал сегодня. А вот на среднем на расстоянии, где мой ящик стоит, вот там, да, там поклевывало. Но, к сожалению, я не мог его искать. Просверлил кое-как 4 лунки и все. Мои ножи просто... ну, не знаю, они просто умерли. Так что надо купить другие ножи и пробовать дальше ловить. И так вообще здесь, конечно, очень классно. Красиво. Несмотря на то, что тут сейчас градусов 6, может быть, 7 мороза. На солнышке это не так чувствуется и очень как бодрит. И вообще очень полезно побыть вот так вот на природе. Все круто. Дальнейшие рыбалки, наверное, конечно, будут поинтересней. Потому что вот так вот сегодня ошибся. В общем, забыл то, что у меня ножи совсем затупились с прошлого года. И не поточил, и не купил новые. Ну, лучше, наверное, купить новые просто, да и все. Жаль, конечно, что сегодня рыбалка не удалась, но ничего. Впереди еще много рыбалок.
В этом году буду часто ходить вообще на зимнюю рыбалку. Очень мне интересно.